доброго времени суток вы на канале "Ну что свяжем я оля рада приветствовать всех гостей а также подписчиков своего канала не забывайте ставить лайки пишите комментарии я всем отвечаю мне очень приятны ваши отзывы очень приятны и обязательно подписывайтесь если вы этого еще не сделали и нажимайте на колокольчик чтобы узнать когда выйдет новое видео а я к вам с новым узором с новым видео это ниточки Ярнард baby что это это стопроцентный акрил процент акрил, моточки у меня небольшие, 50 грамм, 150 метров. Есть и большие моточки, 100 грамм, 300 метров. Смотрите, производитель нам рекомендует крючок три с половиной, мы берем крючок три с половиной. Итак, цвет белый и такой вот нежно персиковый, возможно, он выглядит слишком ярким на камере. Цвет это 600. Кому будет интересно, гляните, посмотрите. Итак, кто со мной? давно, так скажем, да, тот знает, что я делаю небольшие образцы. Если вы этого еще не знаете, посмотрите мои предыдущие видео, лайкните, прокомментируйте. Мне будет очень-очень приятно. Я отвечу всем. И я набираю буквально небольшие образцы по 30 петелек. В этом объеме я укладываю, чтобы показать весь, так скажем, всю прелесть узора. Но сегодня будет у нас 41 петелька. Чтобы и узор показать хорошо, и чтобы он красиво закончился, 41 петелька. Угу. Итак, все как всегда. Так, зафиксировали сорок одна петелька. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, девять, тридцать, тридцать, один, тридцать, два, тридцать, три, тридцать, четыре, тридцать, пять, тридцать, шесть, тридцать, семь, тридцать, восемь, тридцать, девять, сорок, сорок один, вот, цепочечка нашего будущего узора. Итак, что мы делаем дальше? Одна петля подъема, воздушная петелька. Дальше вторая петелька от крючка. Раз, два. В нее во вторую провязываем столбик без накида. Раз. Дальше. Три воздушные петельки. Раз, два, три. И в цепочке пропускаем тоже три воздушные петельки. Раз, два, три. В четвертую вяжем столбик без накида. Есть. Опять три воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем петельки цепочки. Раз, два, три. В четвертую вяжем столбик без накида. Еще раз. Раз, два, три. Пропускаем. Раз, два, три. И в четвертую вяжем столбик без накида. Понятно, да? Таким образом мы вот делаем вот такие вот большие цепочечки до конца нашего ряда. Угу. Сами справитесь? Я думаю, что уже справитесь. Давайте, у вас получится. Встречаемся в конце ряда. Договорились? Так, смотрите. Вот мы довязали с вами до конца наши цепочки. И вот в последнюю получается петельку делали столбик без накида. Что мы делаем дальше? Три воздушные петли подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь будет несложный ряд. Смотрите, в каждую арочку, вот эту вот, в каждую, в каждую, да, мы будем провязывать по 5 столбиков с накидом. Ничего сложного. Раз, два, три, четыре, пять. Есть, да? Потом никуда не перешагиваем, ничего не меняем, перескакиваем в следующую арочку и опять делаем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять и так далее, и так далее. И вот таким образом до конца ряда. Угу. Ничего сложного. Смотрите, мы ряд немножечко будем увеличивать, но потом посмотрите, для чего это. Давайте до конца ряда делаем и встречаемся. Вот смотрите, провязали до конца ряда все наши столбики с накидом. И заканчиваем ряд точно так же, как и первый столбик делаем в конце. Столбик без накида. То есть, чтобы у нас был ровненький краешек. Что делаем дальше? Смотрите, этим же цветом. Три петли подъема. Раз, два, три. Поворот. А теперь внимательно смотрите. Накид. Берем, вяжем рельефный лицевой столбик с накидом. Берем столбик нижестоящий, захватываем его сзади наперед, ниточку захватываем и один раз провязываем 2 петельки и оставляем на крючке. Дальше берем опять накид, следующий столбик сзади наперед, ниточку захватили, провязали 2 петельки и остановились 3 петельки на крючке и так далее. Третий. Рельефный лицевой столбик. Получается полустолбик, да, потому что мы не провязываем до конца. Четвертый и пятый. Но это не все. Мы продолжаем дальше. На следующие пять столбиков. Это уже будет шестой. Так, дальше. Седьмой. Восьмой. Девятый и последний десятый. Вот таким вот образом у нас формировались лицевые рельефные лицевые столбики. А теперь мы провязываем одной петелькой полностью их все. Зафиксировали. Так? Дальше три воздушные петельки. Раз, два, три. Вот сюда получается между этими столбиками. Вот сюда мы делаем столбик без накида так. опять 3 воздушные петли 1 2 3 и делаем все то же самое как и здесь еще раз накид рельефный лицевой столбик провязаны не до конца 1 2 3 4 Пять, шесть, семь, восемь, девять и последний десять. Так, теперь все вместе петельки провязываем одним махом, раз и зафиксировали. Смотрите, на что будет с другой стороны получаться. Вот такие вот, даже не так называть, объемные верочки или что-то такое интересное получается. Да? Не забывайте: 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Между вот этими вот столбиками. Да, делаем столбик без накида. Раз, два, три воздушные петельки. И повторяем то же самое. Рельефные лицевые столбики с накидом. Раз еще получается у вас будет такая вот э, красивая вот такая вот э, такой верочек, да, объемный. 10, 10, 10. Класс. Давайте довяжем до конца ряда и встретимся. Хорошо? Давайте у вас получится. Итак, смотрите, провязала практически до конца последние три воздушные петельки сделала и там где у нас были петельки подъема предыдущего ряда мы здесь должны будем провязать столбик без накида но я хочу здесь ввести новый цвет вы можете продолжать тем же цветом а можете точно так же поменять цвет то есть вот эти две петельки мы будем провязывать новым цветом раз три петли подъема раз два три подтянули ниточки беленькую персиковую поворот и теперь мы повторяем точно первый ряд то есть мы в эту арочку вяжем 5 столбиков с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. Так. Опять накид и перескакиваем в следующую арку. Помните, да, как в первом ряду было? Еще раз. Пять столбиков с накидом. Раз. 2 3 4 5 для кого если быстро вязание то а, либо скорость уменьшайте да в настройках видео вот в правом нижнем углу либо же открывайте первое видео там я более медленно показываю все столбики угу. и что и продолжаем точно так же до конца ряда вязать столбики с накидом 5 штук 5 штук до да? 5 5 в каждую арочку 5 5, 5, 5. И в конце встретимся. Угу. Давайте. Я уверена, у вас уже все получится. Итак, смотрите, вот довязала до конца. Да, и вы помните, что мы начинали с одного столбика с накидом. И точно так же мы заканчиваем. Вот, я провязала 5 столбиков. И затем в столбик без накида ниже стоящего ряда я провязала столбик с накидом. Что делаем дальше? 3 петли подъема. Раз, два. 3 поворот и теперь повторяем точно так же то есть мы сейчас будем собирать рельефными лицевыми столбиками вместе провязывать повторю накид вели крючок сзади наперед вытянули ниточку раз провязали оставили 2 оставили 3 4 5 шесть, семь, восемь, девять, десять. Есть. Теперь вспомнили, да? Провязываем вместе их все. Зафиксировали. Три воздушные петли. И между вот этими столбиками здесь провязали столбик без накида. Опять три воздушные петли и опять точно так же собираем рельефные лицевые столбики в одну петельку. Угу. Смотрите. Вот что будет получаться. Класс! Давайте мы сделаем с вами несколько рядочков. Да? Вырастим, так скажем, наш образец и посмотрим, что получилось. Договорились? Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Итак, смотрите: провязала несколько рядочков. Гляньте, какая получается красота какой объем так изнаночка все ровненько все аккуратненько лицевая сторона мне нравится а вам скажите шикарно не забывайте поставить лайк подписаться прокомментировать возможно вы покажете свои изделия с данным узорчиком ну, что посчитаем итак мы набирали 41 петельку да, узорчик объемный, получается искажаться будет немножко замерчик, да? Ну, вот, смотрите, так вот, 19 сантиметров. И высоту опять тоже даже искажается. Ну пусть будет 12 сантиметров. Ну класс! Согласитесь! Можно сделать плетик одним цветом, можно именно также двумя цветами сделать. Кофточка, кардиганчик. Посмотрите, как классно! шарфик нудик. Возьмите крючок потолще, а ниточку потоньше. Будет классный шарфик снудик, также кардиганчик. Или ниточку потоньше плотненько. Возможно, это будет чехольчик на кидушка, сидушка. Угу. Мягенький, естественно. Ну, гляньте, какая красота. Супер. Я надеюсь, вам понравилось. До следующих видео. Всем пока-пока.